папы, бабушки и деды, наши юные приковчане, от самого нежного и юного возраста до более зрелого, уже умеющего принимать свои собственные решения. Сегодня у нас с вами замечательный концерт. Концерт необычный. Этот концерт посвящен 55-летию замечательного педагога, выпустившего огромную когорту замечательных музыкантов, которые прославили уже наш родной город Харьков. И думаю, что у многих из этих замечательных учеников блестящая музыкальная судьба, которую будет знать не только наша Украина, но и весь мир. Это замечательный педагог Людмила Александровна Варенина. Вместе с нашим замечательным симфоническим оркестром. Для многих из них это очень серьезное испытание сегодня. Многие впервые выйдут на столь ответственную сцену со столь прекрасным симфоническим оркестром. Так что сегодня этим нашим юным музыкантам понадобятся все ваши ладошки, все ваше хорошее к ним отношения, улыбки и, пожалуйста, ваша поддержка даст им сегодня большой творческий толчок. Потому что я видела, как они волновались перед началом концерта, что там в классах, в коридорах очень нервничали. Так что, пожалуйста, тепло их встречайте. Договорились? Да. Итак, мы начинаем наш юбилейный концерт Вивальди, концерт ля минор для двух скрипок. Исполняет ансамбль учащихся класса педагога Варениной Людмилы Александровны. Дирижер Александр Голобородько. Thank you.
ученица 6 класса Дина Мухаметова.
Thank you.
вами небольшой антракт, а затем мы любите и просим вновь на свои места. Концерт Жана Батиста Акалай. Исполняет его ученица 3-го класса Ася Шумейко. Thank you.
исполняет ученица 8 класса, дипломант международного конкурса Оксана Коваленко, скрипка, и ученица 9 класса Диана Смоляр, арфа. Thank you.
Сансанс Хаванес исполняет ученица 10 класса, лауреат международного конкурса Евгения Пархоменко. Лауреат международного конкурса.